Всем привет, и я приветствую вас на моем канале. Сейчас я иду по направлению в школу, точнее, как иду, я еду на велосипеде. Вот. И на улице что-то холодно сегодня, пришлось одеть кофту. Но для Испании это нормально, в Испании обычно всегда по утрам холодновато. Где-то утром где-то 15 градусов-12 градусов, а уже днем разогревается до 30, может быть, даже и выше. Так что все, я поехал в школу, увидимся там. Припарковал своего коня, короче. Все, иду в школу. Короче, оказалось, что у нас сегодня не будет физики. На улице делать нечего. Думаю, расскажу вам о школах. Прям совсем чуть-чуть расскажу. Где-нибудь два факта о школе, потому что сейчас звонок скоро прозвенит. Вот. Первый факт – это то, что в школах в Испании, в классе, когда идет урок, не любят включать свет. Я вот сижу на уроке, на любом уроке я сижу, и никто не включит свет, и мы сидим в темноте. А на улице вот так вот, не особо светло, как бы, и в классе все портят глаза, и это не очень хорошо, на самом деле. Пол класса, все носят очки, и я догадываюсь, что именно из-за плохого освещения. Тебе приходится щуриться, смотреть, вот. Второй факт. В испанских школах совсем другие парты. В российских школах парты двойные, а в испанских тут они одинарные, но сидят также по двое. Две парты соединяют в одну и сидят так, как у нас. Вот. Все. Тут съемка видео запрещена. Все, школа закончилась. Я поехал домой на своей ласточке. Наконец-то я дома. Итак, если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Ага.